Добрый день, вечер или ночь, дорогие друзья. Наконец-то мы арендовали нормальную атмосферную студию. Короче, так как это первая серия, немножко расскажу о нашем проекте. Собственно, здесь мы будем отправляться в разные страшные места, где будем проверять на прочность их легенды. О всяких там бабайках и прочем. Там, кстати, Морис, вон там стоит. Здорово, народ. А что говорить-то? Ну, например, про места. А, ну, так как это первый выпуск, то мы отправимся в место по собственному выбору. Про него чуток попозже. У нас такая идея, если вам понравится проект, то мы будем продолжать его снимать, если выживем. И следующими местами будут те, которые вы напишете в комментарии. С историей места и прочим. Кто там обитает и так далее. Самые лучшие места от вас мы посетим и проверим их легенды на прочность, а также повесим на стену комментарий автора. Ну, в Ютубе. А теперь вернемся к сегодняшнему месту. Морис? А, да. Наше сегодняшнее место — ферма Колдвинд. Место, поросшее легендами о каких-то призраках и нечисти. Это давным-давно заброшенная ферма. Ее бросили еще в 90-х годах где-то. Так и оставив все как есть. Многие сталкеры утверждают на полном серьезе, что там обитают всякие духи и... что соваться туда абсолютно не стоит. Ну, нам-то делать нечего. Я, например, не верю во всякую жестко паранормальную хрень. Надеюсь, и не перестану верить после этой вылазки. Так что надеюсь, что видео вам понравится, и вы нажмете лайк. Ну, или дизлайк, если не понравится. Колокольчик там жмякните, а то это в последнее время кривовато работает. Ну, а мы поехали! Черт. Ну где ты там, давай, все. На месте мы, короче, чуваки, пришли уже. Вот. Такая ночка холодненькая. А Морис у нас в рубахе всего лишь вышел. Ну я откуда знал, что здесь так холодно? Ну, блин. Да пофиг, типа. Так, в какой стороне у нас ферма Колдвинд? Ну, где-то там. Ну, как вот из леса выходишь и прямо в ту сторону вроде. Смотри, там что-то светится. Да ладно. Фиг с ним. А, во, видишь, я уже вижу табличку какую-то. Что это? Это знаешь, как на фермах такие эти? Ну, как на скриншотах мы показывали, помнишь? Видимо, это все-таки то место. О, ух ты, смотри, коровы. Ой, чувак, это ферма. Су, я испугался. Передо мной овца вылезла, слышишь? Ну, кстати, странно то, что они, ну, знаешь, ходят здесь снаружи. Блин. Ну, типа, а ферма заброшена, что им еще делать? Ну, не знаю, они... Я думаю, их, ну, нигде они там... Слушай, ты когда-нибудь коров прям так вблизи видел? Ну, я видел, давно, но как-то... Они все равно стрёмные какие-то. Еще когда мальцом был, видел. Колдвинд фарм. Угу, все, мы на месте. Колдвинд, ферма. Знаешь, что-то вот, как-то заходить туда... Как-то... Да, как-то не хочется. Посмотри, какие поля тут это... Вообще жесть. И все проставят, блин, вот все зря, понимаешь, все забросили и никому дела до этого нет. Что за... Так оно перегнивает, все нормально тут, по-моему, нет? Не знаю, мне кажется, хотя бы о животных надо было кому-то позаботиться, понимаешь, вот эти организации, которые они просто не смотрят, блин, даже на это. Сток сена, он такой, типа, вот. Это, видимо, комбайн тут стоит, нет? В принципе, ух ты, смотри, это что? Тропинка какая-то. Не-не-не, видишь? Прям новое лежит. А, зерно? Ну да, и какое-то зерно. Ну не зерно, а вот, видишь, еще тут лежит. Как будто прям кто-то вот прям только что тут был. Может, животные как-то сорвали? Да, я не знаю. Возможно. Да вон сколько коров тут ходит. Типа ничего паранормального пока что мы не видим. Смотри, Морис. Полезешь на комбайн? Ну, хочешь, я слезу? Может, там что-то есть? Ну, давай, просто по интересу. Я пока что обойду его, ты пока залезь на комбайн. Ну, чё там? Ну, тут фонари какие-то. Ничего тут нет, короче. Да? Да. Все сломано, разбито. Ну, ладно, слезай тогда. В принципе, так как это пилотная серия, у нас оборудования не так много. У нас только по фонарику, вот такому вот. Слабенькому. Если вам понравится тема, мы будем там, да? Если выживем, конечно, не знаю. Мало ли тут бабайка всякая живет, да? Да, ну, кого тут нет? И это все
как обычно, знаешь, какие-то слухи там. Слухи, ну, блядь, да. Дети сюда забегают постоянно, что-то придумывают, и это все так. Смотри, Морис, а это что такое? Это, знаешь, круги на полях такие. Да-да-да. Не знаю, слушай, ну, может, здесь специально, чтобы хранить. Смотри, сено, типа. Тут говорят, что самое страшное место — это вот этот дом. Типа он очерчен какой-то белой солью и прочее. Давай-ка пойдем посмотрим. Кстати, ты взял этот спиритбокс? Ну, для ЭГФ? Да, взял. ФЭК, или же ЭГФ, — это феномен электронного голоса. Это появление на аудиозаписях шумов, напоминающих человеческий голос. Определенное распространение получили паранормальное объяснение этого феномена. Такие, как связь с умершими. Я, честно, ну, не верю во всякую эту херню. Смотри, что это у нас тут. Да какая-то техника, так, что-то. Погоди, а как тут выйти? Где тут обход? Блин, что-то мы... Слушай, мне кажется, где-то... Вот, сюда. Вот, смотри. Давай. Давай ты первый. Давай тогда пойдем в этот в домик, посмотрим, что у нас тут такого сверхъестественного. Черт, какой-то смотри. Он не очень приятный, если смотри. Честно, но... Это что? Это ловец снов. А, это типа, это... Индейцы так выплели, как... Да? Или что? Да, да это уже давно ижившаяся... О, смотри! Штука. Соль! Слушай, и правда, да, соль? И правда соль. Точно? Какого черта? Вот тут же открытое пространство, ветром ничего не сдуло. Почему? Ну, не знаю даже. Там, кстати, трак стоит вдалеке. Ну тогда давай туда попозже сходим. Давай пока поизучаем дом сам. Черт. Давай на всякий... Что-то, знаешь, неспокойно. Как ты на самом деле, блин. Да, тут как-то пыльно немножко. Смотри. Тут кто-то был. Где? Смотри. Наверх подними. Черт, я думал, ты кого-то увидел уже. Да это... Чёртовы подростки задолбались. Они тупыми шутками. Постоянно. Ебало, опусти. Я же тебе говорю, это все чушь, что здесь происходит. Это какая-то дичь. Смотри, Морис, я тут вижу... Это пошить можем, да? Да, да. И, пошить. О, колыбелька, ё-моё. Как я уже повторялся, как в хоррор-фильмах. Да, постоянно такая. Ну, мне кажется, даже те же самые подростки ее сюда и притарабинили. О, смотри, еще один выход. Ага. А здесь сидит дедушка, да, который... Да, качается на кресло-колясочке. И на что он смотрел? На горы? Ну, знаешь, я бы тут посидел, посмотрел. Вроде тут красиво. Ну, ладно, согласен, нормально. Ну, пошли тогда обратно, я пока фонарик включаю. В принципе, батареи у меня пока что хватит, фонарики. О! Ну куда же без рояля? В страшном доме. Куда же нам без рояля? Да. Ну ладно, пошли тогда вверх этажом. Странно, что здесь одна кровать всего лишь. Здесь один человек жил, что ли? Знаешь, что-то вот как-то стрёмно подниматься. Да ладно, здесь никого нету. Успокойся ты. Ой. Ну правда, запах какой-то, знаешь, реально старья, как будто бабушкин запах такой. Смотри, это что такое? Не, я тебе говорю, раз это старый дом, то смотри. Какие-то... Смотри, а шмотки реально как будто новые, да? Ну, как будто кто-то притащил. Не деревенский вообще. Ну да. Такие. Вот эти рубашки, конечно. Смотри, тут кроссы, такие. Блин. Кроссы. Не хочешь себе новые? Ну... Ну не пластик. Всемайки.ру. Да, да. Черт. Смотри, Морис. Что здесь делает? Как она вообще привинчена? А, вот тут. Не, ну типа куда... Погоди, я тут залезу на подоконник. Смотри, не ноги свои не сломаю. Я не понимаю, что здесь происходит. Это же вытяжка, да? Да, да, мне кажется, знаешь, ее не хотели на пол ставить и... Может... Типа, либо что-то... здесь что-то стояло. Ну да, может, раньше ага, или так. Смотри. За песончик. Кстати, смотри, тут все смазано, ни хрена не видно. Как, сколько времени-то прошло уже? Тут эта ферма... Я не знаю, сколько, 50, несколько... Я уже забыл, слушай. Мне кажется, лет 20, уже 30 точно прошло с последнего... Не, мы же читали дату, но... Бля, я что-то забыл уже. Короче, дома посмотрим. Да. Смотри, тут еще что-то на... Опять название смазано все. Как будто, знаешь, в воде все побывало.
Мне кажется, это вот это похоже на ром. Ну обычно да, ром, ром такой, знаешь, с кораблев такой. Да. Но брать кораблев мы, конечно, ничего не будем, мы же не мародеры. Специально для этого канала. Морис. А что? Почему? Вода, да? Да, почему? Может, с крыши накапало? А хотя да, кстати, могут поставить тазик, чтобы, ну, с крыши стек... Короче, тут тоже ничего, так сказать, сверхъестественного нету. Да, необычного, ничего. Ничего необычного. Все пока что нормально, пока что эта ферма ничем не удивляет. Надо, кстати, потом провести эксперимент с ЭГФ. Это, кто не знал, эффект электронного голоса. Да, где? Здесь будем в доме, да, проверять? Ну, давай пока что еще походим, мы чердак не смотрели. И смотри, Морис, я тебе сейчас немножко расскажу, как мы будем использовать ЭГФ. То есть мы будем, короче, подходить, да? И смотри, где больше всего мы, у нас испытывается дискомфорт, там мы будем, собственно, использовать ЭГФ. Это, ну... Я читал, а если что... у тебя просто настроение, допустим, нет, ты будешь, ну, я не знаю, по своим чувствам ориентироваться? Нет, в смысле, я говорю дискомфортно, где, ну, ты чувствуешь себя в опасности, уязвимым такой. Ага. То есть, ну, где неспокойно, неспокойно, да. Короче, давай пошли тогда первым. Я? Ну, у меня камера. Блять. Стой, не-не-не, смотри, раз у меня камера, смотри, вместе лезем, и, короче, ты левой рукой держишь, я правой. Давай, готов? Ага, камера. Давай, пошли. Все. Во. Погоди, не тряси так. Все. Давай. Камеру вверх. Да. Все, давай, отдавай мне. На. Все. Отлично. Так. Ух. Ой, это ящики? Что это за ящики? Ну, это, по-моему, это их тут кто-то сыграл в ящик. Чувак, это не смешно, это... Блядь, зачем? Тут трупы, это... Ой, трупы, это гробы же, зачем? Ну, это гробы, так может они... В них ничего нету, как... Откуда ты знаешь? Семейные, типа... Ой, блядь! Что? Нет, тут... Твою мать, да это там скелет, чертов, скелет лежит. Это реально какое-то семейное кладбище на чердаке, что за херня? Тут больные какие-то... Ну, блять, смотри, вот это я чуть-чуть испугался сейчас. Это... Одному не хватило, да? Да. Могли бы, я не знаю, посадить вот сюда, что ли. Блять, что тут вообще происходит? Я особо не понимаю, что тут вообще происходит. Что тут происходит? Как это вообще все происходило, блять, мне интересно. Тут стоит кресло какое-то, это для чего вообще? Вообще в стоматологии такие кресла или, знаешь, в барбершопе? Ну, да, барбершоп, ты что-то реально... Стрижечку, блядь, делал под ноль, видимо, прям вообще под ноль. А ты много читал про тех, кто здесь жил? Ну, биографии их не изучал? Так не, мы прочитали только вот это вот, что мы говорили в начале, и все. Остальное я особо... Ну, мы не разбирали это место. Надо будет просто разобраться, мне кажется... Да, в следующий раз надо... С головой не все нормально было. Так, ух ты! Аккуратно только, не соскользни. Ага. Да, кстати, старая крыша, так что осторожно. Черт. Так, смотри, тут амбар вот этот вот еще. Надо туда, думаю, сходить будет. Да, мне трак нравится. А, всегда ты про вон тот, который вдали? Ну. Я просто через камеру смотрю, у нее чуть-чуть не хватает этого. А, фокус. Надо будет новое купить просто. Ну да, но это пилотный выпуск, просто покажем, что. Ну да, типа ух, оборудование, которое было, взяли. А это что такое? Круг из соли? Ну, скорее квадрат. Ну да. Сэм один Винчестер, да? Да. Это все. Чел, я слышал, что часто вот сюда, знаешь, приходят подростки, они как бы. Да ну, вон, ты видел, что написали у двери? Это смешно на самом деле. Да, чушь полнейшая. Ну, я не знаю, мне кажется, на крыше тут ничего не найдем, в принципе. Ну, да, пошли отсюда, потому что. Разве что пару переломов, как. Окей, смотри. Я думаю, нам нужно сейчас, короче. Сейчас воспользоваться ЭГФ. Вот прям вот здесь. Так, Морис, ну что? Вот, кстати, мы просто из рюкзака мы его доставали. Вот так выглядит у нас Spirit Box. Ну, пока что это такая дешевенькая версия. Как бы у нее радиус частоты ограниченный. Да. Вот. Короче, ну, что он... Что есть, то есть. Да, пока что... Короче, он у него... Он аналог диктофона такого. В будущем у нас появится прям ЭГФ. Ой, ЭГФ, блядь, этот...
спиритбокс, который с помощью EGF прям в реальном времени может все это фигачить. А так нам сейчас придется прослушивать. Ну что? Да, ладно, да. Давай поговорим с ними. Давай, давай. Так. Черт, я немножко волнуюсь. Да давай, жми рекорд, жми рекорд. Итак, я извиняюсь, если мы вас потревожили, но здесь кто-нибудь есть? Мы просто хотим с вами поговорить. Вы меня слышите? Черт. Эй! Эй, прием, слышите меня? Ну, пока что останавливаю запись, давай послушаем. Так, ладно. Давай послушаем. Так, воспроизвожу сейчас. Угу, давай. Думаю, ничего не будет. Итак, я извиняюсь, если мы вас потревожили, но здесь кто-нибудь есть? Мы просто хотим с вами поговорить. Вы меня слышите? Эй! Ты вроде ничего. Эй, прием, слышите меня? Ну-ка. Кстати, какой-то там пик, вот, слышал, пик было? Не, все-таки, не-не-не, это все игра фантазии, здесь пока что ничего нет сверхъестественного. О, кстати, камера нормальная вроде, не? Нам такая не нужна. Это, кстати, если она работает, нет, не думаю, то, кстати, вот я просто читал, что на такие, знаешь, камеры... Это что-то типа полароиды, я так понимаю. Старый. Мгновенной печати камеры. И типа, у них же вспышка охуительная. И когда щелкаешь, типа, все видно, всяких призраков, фигизриков. Да я думаю, просто полароид какой-нибудь на eBay купим, да и все. Ну да, для антуража поставлю. Ну да, 300, давай. Вперед. Ты аккуратно, так резко двери эти не открывают, они рассыпятся. Черт, они уже почти рассыпались. Так, я думаю, дальше мы... Воу. Что такое? Ты видишь, как резко поменялось? Это потемнело? Да, прям... А, или это у меня в глазах, или у камеры светочувствительность такая. Не, слушай, мне тоже показалось, что как-то... Так и мы спустились, да? И оба. Ну, может, это глаза просто, знаешь, после темноты. Важно. Так, блин, фонарик. Довольно-таки долго я им светил. Давай тогда... Опа, это что такое? Смотри. Воу. Тут, наверное, какие-то эти работы были. Ну, либо просто трубу разорвало, не знаю, и раскопали. Ну, странно. Даже не оградили ничего такого. Ну да, да, такое интересненькое местечко. Я не удивлюсь, если там снизу кто-нибудь уже лежит, гниет. Угу, трупец какой-нибудь. Трупец, молодец. Так, ну, тут у нас что? Тут у нас просто амбар. Как ну, сено. Сено хранится. Ничего необычного у нас. Так, давай-ка я включу. Тут можно как-нибудь наверх залезть, не знаю, там. Это, кстати, трактор, я так понимаю. Да, это старый такой трактор. Хм. Ну, чтобы перевозить там что-нибудь. Да, да, да. Кстати, во, смотри, тут можно наверх залезть. А! Блядь, это что такое? Смотри. Бежи, смотри. Блядь, мне показалось или нет? Нахер. Мне тоже показалось. Морис. Да. Погоди. В дом. Блять, тут кто-то есть помимо нас. Сука. Черт, закрывай. Морис. Вон, да, вон там кто-то есть. Погоди, наверх. Секунду. Это, наверное, человек. Давай запись посмотрим сейчас. Давай. Иди сюда. Да ну. Да иди сюда. Блять, погоди, я выключаю. Морис. Ну, что это такое? За хуйня такая? Блять, это не может быть правдой. Это сука... Кто-то прикалывается просто. Это пранк, чувак, это пранк. Блять, ты это видел? Это что за хуйня такая на записи? Да я-то знаю, думаешь? Вы, наверное, как тот же придурок, который написал снизу на табличке. Шутник. Блять, хрена. Морис. Что? Морис, я, блядь, его вижу. Я тебе отвечаю просто, пиздец. Черт, слышь. Морис. Да, да. Блять, это что такое за нахуй? Ты его видишь, да? Ты видишь? Посмотри в дисплей монитора, блядь.
твою мать. Что это, блядь, такое? Ё-моё. Слушай. Морис, да ты, ну... блядь, что это за нахуй? Да это какой-то придурок. Какой? Он, блядь, летает, ты понимаешь? Как, блядь, он левитирует, сука? У него ног нету. Чёрт, я не знаю. Блядь, чувак, я не... Да ну... Блядь. Неужели, блядь, мы наконец-то засняли что-то такое? Ты что, долбоёб, блядь? Ты понимаешь, нас сейчас убить нахуй могут? Да ты прикинь, если мы сколько просмотров наберёт. Чёрт, охренеть. Да пок... Ты долбоёб, блядь. У тебя нет инстинкта самосохранения, что ли? Ты что, долбоёб, блядь? Слышь, может, двери закроем? Ну, я не знаю, завяжем как-нибудь снизу. Он не пройдёт. Погоди. Да, а если он сквозь стены проходит, это же призрак настоящий. Или не настоящий? Давай на крышу залезем. Там он... Я думаю, он голову точно не поднимет. Давай. Блядь. Главное, чтобы из этих ящиков не повылезали. Сука. Блять, Морис. Морис, смотри. Блять, Морис, он... Сука. Смотри. Блять. Он видит? Он видит? Нет, 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 нет. Чувак, он... У него крылья сзади. Тихо, не говори громко. Он подошел. Ты слышишь? Блять. Слышишь, если дверь. Что, спрыгивать высоко. Нет, дверь, дверь. Блять. Говорил, надо было закрыть чем-нибудь. Подпереть ты хотя так, бы. Ты можешь так не орать, блять. Ты ладно, ладно. Стрём-то какой. Бля, чувак, я не знаю, блядь, что за... Чёрт, у меня прям руки трясутся, адреналин, знаешь, как херачит? Чёрт. Чёрт. Смотри, если что, на козырёк можно спрыгнуть, в принципе, не так уж и высоко. Только под конец надо ноги сгибать, не забывай. Ну, мало ли, он сейчас вылезет нахер. Откуда, блядь? Не знаю, может, он в дом залезет. Как он, блядь, залезет? Он, сука... Чувак, я не знаю, это пиздец. Да ну, может, показалось, может, правда, слышь, какой-то приколист. Пизду. Может, просто крикнем ему, типа, скажем, чувак, нам, типа, не страшно, что ты делаешь? Я не знаю, что... Ага, блядь, не страшно. По нам видно, блядь, что не страшно. Ну, или скажем, типа, мы поняли, что это пранк и все такое. Стой, не знаю. Блин, мы... Чувак, если нас заснимут, мы с виду покажемся какими-то дебилами, которые испугались пранка. Нихуёвый пранк такой, знаешь ли. Вот это точно наберет много просмотров. У чувака. Да, блядь, закрой уши со своими просмотрами, ты заебал, блядь. Ладно, подожди, пойдем. Ой. Помоги камеру опустить, блядь. Как-то я залез так и с ней. Давай, давай. Да, блядь, не тряси так. Все, отдай мне ее. На, держи. Блин, может, хватит? Засняли вроде и пора уходить. В принципе. А можно еще копам позвонить? Тут, ты понимаешь, мы, блядь, сказали в самом начале, что нету тут, сука, радиовышек, блядь. Мы тут, сука, одни, нахуй. Черт. Ей же спутниковые телефоны тихо, надо было... Тихо. Убежим просто. Погоди. Смотри, в окно, видишь? Блядь! Он у нас... Тихо, кажется, заметил. Он, я тебе говорю, нас видит. Он нас... Он не просто так смотрит. Что он хочет? Он видит или не видит? Я не понимаю. Нет, он смотрит в другую сторону. Он... Смотри, блядь. Посмотри, блядь, ты видишь? Я вижу. Сука. Какая-то херня. Сука, смотри, блядь, что это за нахуй? Блядь, у него голоса еще такие.
Может, это... Все, я уже не знаю, что и придумать. Блять. Как это объяснить вообще? Слушай, нам надо выбираться, чел. Правда, нам надо точно выбираться отсюда. Мы достаточно, как бы, засняли. Может, не надо было связываться с этими... О, он идет в эту сторону, нет? Он куда-то сюда. Ты можешь так, блядь, не... Ты громко пиздец говоришь. Сука. Морис. Да, да, да. Морис, нахуй надо отсюда уходить, ты понимаешь? Я тебе о чем говорю, давай. Осторожненько, просто уходим. Нас тут и не было как-то. Все, валим. Я, конечно, так на трак и не посмотрел. Пизду. Блять, пока он за домом, у нас есть время отойти отсюда. Да-да-да. Блять, ну я чуть не уебался. Блять. Сука. Морис, нахуй. Морис. Да, да. Да я здесь. Если его увидишь, то говори. Да ну нахер это место, я тебе говорю. Черт. Блять. Что это? Вот это реально было... Что? Блять, смотри. Блять, еще один скелет. Черт. Ты удивляешься? Блин, ну... Сука, ебаный. Я не знаю. Слушай, мне кажется, мы зря сюда зашли, если это все огорожено, то мы как бы в тупике сейчас находимся. Если сюда забежит, то сам знаешь, что будет. Я, конечно говоря, не знаю, честно. Нахер надо отсюда уходить, Морис? Я, блядь, я больше тут не могу. Пошли-ка отсюда нахер, а? Пойдем. Что будет? У нас такой зум конченый. Он как бы он не сколькикратный, он просто как-то приближается, блядь, это вообще пиздец, чё. Да не бойся, вот теперь мы точно на новую камеру нам хватит, поверь. Надеюсь, блядь. Пизду, пошли сюда. А коровам вообще все равно, они просто ходят. Конечно, он их, кстати, не трогает. Получается. Откуда ты знаешь, блядь? Думаешь, здесь больше было этих коров? Да я ебу, что ли? Я что-то не помню, что мы с таким встречались вообще. Это, ну, это... Блять, я не знаю. Конченое место, что? Блять! Согласен. Мне показал... Блять! Морис! Ёбан в рот! Сука! Я за тобой! Блять! Ты где? Я бегу вместе. Блять! В общем, друзья, чтобы не снимать дома концовку, мы заснимем здесь. Морис, вообще, как мы оказались в пещере? Я не знаю, мы шли, и ты говоришь, вот, смотри, пещера, давай зайдем. Вот, блядь, мы здесь оказались. Это короче, так. Мы даже посмотрели то, что мы наснимали, это не поддается никакой логике, но в любом случае, это для пилотной серии это очень даже круто. Чувак, это очень круто. Это не знаешь, какая-то херня, мы обычно записываем там, ну, типа, какие-то помехи, еще там сидим полчаса, разбираемся, там, помехи, оказывается. Это реально, это доказательство. Это миллион, не знаю, 2-3 просмотра. 3 миллиона, не меньше. И, короче, чуваки, такая тема, что я устал очень. Мы сейчас находимся в каменоломне. И, собственно, да, это был пилотный выпуск, и вы можете предлагать свои места в комментарии, мы обязательно туда приедем, обязательно прикрепим историю, прикрепим там все вот эти фотографии, фигафи, ну, как, короче, вы видели в начале. Вот, короче, и посмотрим, что там за бабайка обитает, посмотрим на бабайку, если она есть. Впрочем, теперь я в бабайк верю, знаешь ли, да хрен, знаешь, теперь я верю в бабайк. До этого не верил, сейчас верю в бабайк. Ну, блядь, ну как это можно, блядь, объяснить? Это пиздец. Это какая-то паранормальная херня. Всё, пошли отсюда из этой пещеры, я уже... Где выход? Вообще-то где... правительство, военные, стопудово какие-нибудь опыты здесь, эксперименты, еще что-то. Вот. А я не знаю. Всё, пошли уже домой, до трассы километр где-то. Пошли.
Сейчас, кстати, ночь, наверное, никто не ездит. Будем ждать. Да блин!